Коллеги, доброго дня. Московское время 11 утра, во Владивостоке 6 вечера. Давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Отдельный привет всем, кто смотрит нас в записи на Ютубе, ВК-видео или других платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии там внизу. Обязательно все прочтем, на все ответим. Меня зовут Илья, я продакт-менеджер компании Appymatica, в том числе среди других брендов и по коммуникационной платформе 3CX. Сегодня расскажу вам про партнерскую программу этого бренда, этого вендора. Но основной акцент сделаем на том, как новым партнерам максимально эффективно и с большей выгодой для себя, с большим заработком вступить, подключиться к партнерской программе 3CX. Прежде чем перейти к конкретике про деньги, конечно, без общих слов про саму платформу 3CX или 3CX, кому как больше нравится, не обойтись. Расскажу, повторю тем, кто знает вкратце про особенности платформы. Это европейская разработка, являющаяся самым популярным решением среди корпоративных коммуникационных платформ в Западной Европе, особенно в странах Скандинавии, в Северной Америке. На российском рынке, наверное, еще не настолько известна и не настолько популярна, как в других странах, но с каждым годом все больше и больше клиентов используют именно 3CX в работе, действительно давая хорошие оценки этой платформе. Это не просто АТС-ка, не только, естественно, модуль IP-телефонии включен в, собственно, саму платформу, но и различные возможности для омниканального общения, для использования различных каналов связи. 3CX позиционирует себя не просто как IP-ATS, IP-PBX, а UC&C-платформа, то есть Unified Communication and Collaboration, что подразумевает, что включает в себя различные возможности для соединения бизнеса и их клиентов, ну или бизнесов друг с другом, понятно, такие как чаты, обмен сообщениями, обмен статусами пользователей и, соответственно, различные маршрутизации запросов в зависимости от статусов, там сотрудник на обеде или в отпуске или еще как-то. Чаты могут быть как внутрикорпоративные, в том числе с обменами файлов внутри компании, так и внешние, например, лайв-чат, встраиваемый в сайт компании для того, чтобы любой пользователь мог в режиме онлайн получить текстовую консультацию, а при необходимости моментально перейти в режим аудио или видеоразговора. Интеграция с мобильными устройствами. Да, у 3CX очень классное мобильное приложение. Действительно, наверное, ну, по крайней мере, по моему скромному мнению, лучше на рынке среди всех софтфонов и мобильных приложений под iOS и Android, которые представлены, которым удобно и приятно пользоваться. Модули аудио-видеоконференции, как сиповые аудиоконференции традиционные, ну, наверное, как в любой современной АТС, так и отдельный модуль видеоконференции, работающий через браузер, в котором могут участвовать до 250 человек в режиме вебинара или в режиме классической видеоконференции. Возможность интеграции с бизнес-приложениями, CRM-системами, отельными PMS-системами и любыми другими сторонними разработками. Десятки интеграций работают из коробки и заранее предустановлены в любой лицензии 3CX, но есть с помощью открытого API возможность создать, проинтегрировать АТС с любыми необходимыми для бизнеса системами. Подходит платформа также и для аутсорсинговых контакт-центров или колл-центров, кому как больше нравится. То есть возможности именно расширенного управления статусами, операторами колл-центров, супервизорами, массовыми обзвонами, маршрутизацией входящих звонков в зависимости от классификации операторов и так далее. То есть все есть вот этот набор функций, которые необходимы для колл-центров, также присутствует. Я, конечно, не буду рассказывать про базовые возможности АТС. Наверное, у любой современной разработки, которая есть на рынке, плюс-минус мы понимаем, что все возможности одинаковые. Оно умеет звонить, оно умеет маршрутизировать, переводить вызовы, осуществлять запись разговоров, транскрибирование разговоров в текст и так далее, и так далее. То есть весь, естественно, базовый функционал АТС тоже присутствует. Что отличает 3CX от многих других решений? Это чисто программная разработка. Ну, при том, кстати, изначально создана еще 15 лет назад с нуля. Это собственная программная разработка, собственно, компании 3CX. Условно, не какой-то адаптированный астериск или что-то вроде того, а полностью самописная программа, поэтому в этом отношении никаких проблем быть не может и не будет. И, соответственно, мы представляем этот продукт как лицензии. И, по сути, представляем партнерам, а вы, в свою очередь, конечным заказчикам, ключи на доступ к продукту. Дистрибутив можно скачать в любой момент. Конечно, мы понимаем, что есть изрядная доля заказчиков, которые не любят программные продукты, хотят купить что-то физическое, чтобы поставить, понять, вот за что мы заплатили деньги, чтобы оно как бы стояло и работало. Да, такие решения там других вендоров у нас тоже есть, если что, обращайтесь, но все больше и больше клиентов так или иначе понимают плюсы использования чисто софтовых решений. Действительно, это удобно, меньше издержек, больше надежности и так далее. Можно приводить много аргументов. Для такого типа клиентов, пожалуйста, идеально подходит 3CX, и мы с радостью, с удовольствием этот продукт предлагаем. Отдельно также на этом слайде выделяем
профессиональную локализацию продукта на русский язык. Речь идет и обо всех интерфейсах, и админских, и пользовательских гайдах, сопроводительной документации, всех маркетинговых материалов, полностью переведенный на русский язык профессионально, сайт 3cx.ru, новостные рассылки, форумы и так далее. В компании 3cx исторически работает много выходцев из стран бывшего Советского Союза, так что это не какой-то машинописный перевод, но действительно живые люди переводят, адаптируют материалы, поэтому с этим тоже проблем не возникает. По деньгам расскажу, сколько вообще это стоит и как оно, в принципе, лицензируется. Ну и, соответственно, вы можете так или иначе сравнить с другими решениями на рынке, если у вас есть такие задачи. В первую очередь нужно отметить, что это все годовые лицензии. У 3CX нет вариантов каких-то бессрочных решений, или наоборот, бывает, что спрашивают, есть ли варианты помесячной оплаты. Нет, у 3CX только годовые лицензии, так что все цены, которые видите на экране, это стоимость продукта в год. Можно лицензии покупать на несколько лет сразу, вплоть до 49 лет, единоразово, единовременно. Поэтому, когда заказчику требуется бессрочное решение, как он заявляет, можно посчитать условно бессрочное решение, соответствующее стоимости, допустим, железного продукта с пересчетом на срок амортизации, который принят в компании для подобных устройств. Например, 5, 7, 10 лет, 12. У нас периодически бывают случаи продажи лицензии на 7-10 лет вперед, чтобы заказчик понимал, что ему не нужно каждый год бюджетировать, закладывать эти лицензии, проводить тендеры, какие-то закупки, что можно купить один раз и, ну, как условно навсегда. Мы понимаем, что любое бессрочное решение, оно, конечно, не является вечным, у всего есть свой срок, особенно у железных металлических АТС, которые имеют сроки и физического, и морального устаревания. Здесь в плане софта морального устаревания не бывает, потому что, естественно, все обновления, все переходы на новые версии включены в стоимость, так что если вы покупаете 3CX там, на 10 лет вперед, то, понятное дело, что вы пользуетесь не текущей версией 10 лет, а с учетом всех будущих обновлений. Существуют две редакции по функционалу Professional Enterprise. Основное отличие в том, что в Enterprise есть горячее резервирование. Также там есть еще несколько дополнительных расширенных фишек, в основном для профессиональных колл-центров. Но основное отличие – это, как я сказал, наличие горячего резервирования в редакции Enterprise. Ну и разница в цене, как видите, тоже не такая большая. То есть это не категорическая какая-то разница между двумя версиями продукта. 99% возможностей АТС так или иначе включены в редакцию Professional тоже. И в этом продукте отсутствуют какие-то дополнительные платные модули, дополнительные функции, которые надо покупать за деньги, что-то расширять, докупать какие-то экстра лицензии и так далее. То есть все, что работает, в эту стоимость включено, никаких сюрпризов в этом плане не будет. Тоже в сравнении с многими другими продуктами на рынке, которые часто встречаются, где выясняется по прошествии времени, что нужно докупить еще какую-нибудь дополнительную лицензию, потом еще что-нибудь, какую-нибудь лицензию на апгрейд и так далее. Нет, здесь таких сюрпризов не возникает. Но то, что отличает 3CX от действительно любого другого решения на рынке, это основной принцип лицензирования по одновременным вызовам. То, что в левой колонке в таблице выделено как SC, Simultaneous Calls, то есть одновременные вызовы, а не по количеству абонентов. Обычно, когда пользователь выбирает АТС-ку, они привыкли, что нужно ориентироваться на количество абонентов, и стоимость идет от этого. Нет, в 3CX в каждую абсолютно лицензию можно прописать до 10 тысяч абонентских устройств, даже в самую маленькую, на 4 одновременных вызова. Но, соответственно, просто там 4 человека смогут позвонить, 5 уже не сможет. Это крайне выгодно для тех предприятий, где много устройств, много абонентов, но мало звонков. Например, гостиницы, где в каждом гостиничном номере стоит по одному, а то и по два телефона, но постояльцы крайне редко звонят. Какие-то производственные территории крупные, где устройства экстренной связи разбросаны по всей территории, но по ним в обычной ситуации, в принципе, никто не звонит. И так далее. Так что это может быть таким большим классным плюсом. Бесплатную версию 3CX получить можно, да. Любой пользователь с сайта 3CX.ru, ну или 3CX.com, кому как больше нравится, может скачать лицензию на 60 календарных дней редакции Professional на 4 одновременных вызова. Партнеры могут расширить тестовую лицензию в пределах этих 60 дней до любой редакции и любого размера, хоть максимальной, но также не более 2 месяцев. Как конкретно это сделать, я вам позже на одном из следующих слайдов расскажу. Ну и да, небольшая ремарка по поводу годовых лицензий. Вернусь к началу этого слайда. Я говорил, что многие заказчики не любят такие годовые лицензии, считают, что нужно что-то купить один раз и навсегда. Но на самом деле партнеры, интеграторы такой вариант продаж любят, и многим он очень нравится, потому что действительно для вас, как для людей, которые работают в этом бизнесе и хотят получать доход, это очень удобно в плане предсказуемости бюджетов и вообще планирования, когда вы понимаете, что у вас есть
текущие заказчики, которые из года в год примерно в одно и то же число будут продлять лицензии, и там на второй, третий, четвертый и так далее год работы с клиентом, по сути, вы уже можете получать свою маржу за 5 минут работы бухгалтером в плане того, что нужно выставить счет, получить оплату, и дальше все работает. И у подавляющего большинства заказчиков не возникает каких-то проблем с использованием 3CX, то есть они не будут создавать им какой-то дополнительной работы в течение этого срока. Но при этом, конечно, да, наши партнеры предлагают клиентам варианты сопровождения, какой-то технической поддержки, там, доработки или разработки интеграции каких-то дополнительных и так далее. Так что стоимость ваших услуг по технической поддержке, по тикетной системе, по годовой подписке или по помесячной, это вам решать, как вы строите свой бизнес, но как такой дополнительная возможность заработка, ну и, в принципе, проведение работ с клиентами, может быть, даже бесплатно, многие так тоже у нас делают. Такие возможности это дает. Мы являемся дистрибутором 3CX в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Притом в России мы являемся единственным дистрибутором и отмечены самым высоким среди дистрибуторов статусом платиновый, чем гордимся, радуемся и всячески хвалимся своими заслугами. Мы оказываем бесплатную техническую поддержку партнерам по 3CX. В принципе, в 3CX отсутствует бесплатная техническая поддержка для конечных заказчиков. То есть идея такая, что заказчики обращаются к вам, к партнерам, к интеграторам, чтобы получить техническую поддержку. Как я уже сказал выше, вы сами выстраиваете финансовые модели, то взаимодействие, как вы считаете правильным, за какую цену оказывать поддержку. Ну и, соответственно, если вам нужна помощь, вы обращаетесь к нам как к дистрибутору или к вендору для получения консультации. То есть конечным заказчикам не помогаем, ну, как сказать, не отнимаем хлеб у вас, у наших партнеров. Естественно, мы оказываем проектную помощь, тоже подробнее буду про отдельные моменты рассказывать, но в целом, наверное, здесь особо секретно. Секретов нет в плане помощи с проектными скидками, помощи с пресейлом, составлением какой-то документации, возможно, предоставлением материалов и так далее. Маркетинговые материалы, естественно, тоже можно от нас получить, как в электронном виде, так и в печатном, если кому-то нужно. Действительно, есть такие заказчики, которым нравится, когда к ним приходит с какой-то бумажкой, там, прикрепляют визитку степлером, оставляют, что вот что-то физическое можно потрогать, потом прочитать. Ну, без проблем, если это работает у вас, то все это можно сделать. И обучение какие-то, в том числе совместные с партнерами, совместные вебинары мы тоже регулярно проводим. Если у вас есть какие-то идеи совместных мероприятий онлайн, офлайн, и вообще какого-то совместного продвижения или любых других активностей, то обращайтесь. Также у нас есть куча записей на YouTube и ВК по поводу именно каких-то совместных вебинаров с нашими партнерами, где они рассказывают про свои интеграции, какие-то свои программные модули, возможности продажи нескольких продуктов сразу вместе, собственно, с коммуникационной платформой. Так что это все возможно, это мы делаем. Ну и еще рекламу ближайшего обучения тоже на финальном слайде обязательно проведу, чтобы рассказать, когда технические обучения будут. Вендор, как производитель, тоже предоставляет дополнительную поддержку партнерам. Ну, как же без этого? В целом она заключается в нескольких пунктах. NFR-ключи, not for resale, то есть это лицензии, которые можно использовать в работе компании вашей или для проведения каких-то демонстраций, для тестов. У нас есть даже уже десятки партнеров, которые работают с 3CX, используют это решение для своих заказчиков, но и параллельно просто своими бесплатными ключами пользуются в работе своей компании, потому что сама АТС-ка им нравится, они с удовольствием ей пользуются. Я уже упоминал сайт 3cx.ru, прекрасно сделанный, с кучей информации на русском языке. Там есть раздел «Где купить», где партнеры вот серебряного уровня и выше также размещаются, чтобы любой заказчик, который выбирает себе интегратора, где купить лицензию, мог обратиться в том числе именно к вам. Вендор передает партнерам потенциальные лиды клиентов. Это также работает. Бесплатную техническую поддержку я упоминал, она действительно есть и со стороны вендора тоже, по тикетной системе или на форуме, который открыт только для партнеров, то есть кто угодно из интернета там не сможет узнать внутреннюю кухню 3CX. Материалы от вендора также распространяются, то есть есть материалы с нашими логотипами или чисто вендорские, кому как больше нравится, и сейловая поддержка партнеров по любым вопросам по почте или также по тикетной системе. Резюмируя вот рассказы про то, как и на чем партнер может зарабатывать с 3CX, повторюсь, что мы призываем не только продавать лицензии и получать маржу на перепродаже ключа. Здесь нужно понимать, что даже на первоначальной продаже установки лицензии нужно считать не только чистую маржу на софте, но и услуги, которые вы предоставляете клиентам по внедрению, подработке программных модулей, может быть, там по установке сторонних продуктов, CRM-систем, по связке одного с другим. Это тоже как бы ваш хлеб, который вы можете получать с помощью этого продукта. Но, естественно, мы призываем
кроме софта, также предлагать клиентам и оборудование, которое они могут использовать в работе. Это все тоже мы, естественно, предлагаем. Типа телефоны, домофоны, может быть, сетевое оборудование. Есть у нас примеры партнеров, которые своим клиентам вместе с 3CX предлагали смартфоны с предустановленным приложением 3CX, чтобы раздать их сотрудникам, и они могли сразу пользоваться платформой. Естественно, даже на продаже смартфонов тоже свою маржу можно получить. Но и с другой стороны, не забывайте, что из года в год также вы будете получать свою ту же самую маржу на продаже лицензий и на услугах по сопровождению. Если с этого ракурса смотреть, то действительно продукт для наших партнеров крайне выгодный. У нас есть партнеры, которые там с удовольствием меняют машины, покупают дома на море и так далее, потому что умеют и успешно предлагают не только 3CX, но и другие продукты, конечно, своим заказчикам. Но все вместе это позволяет в том числе и неплохо зарабатывать. Особенно это приятно, предлагая клиентам качественные продукты, которые не вызывают у заказчиков проблем, сложностей и в том числе лишней головной боли партнерам. Уже упоминал про скидки. Вот, собственно, табличка, где они представлены по статусу. От бронзового до титанового есть 5 партнерских статусов. И, соответственно, партнерская скидка, ну, то есть маржа, увеличивается от 15% до 35%. Чтобы повысить статус, нужно набрать некоторое количество баллов. Баллы – это 1 балл соответствует 1 евро без налогов в рекомендованных розничных ценах. Примерно 1000 баллов, то есть бронзовый статус, это лицензия Professional на 32 одновременных вызова. Ну, Silver статус, это, например, даже 4 лицензий Professional 32 уже хватит, чтобы набрать 5000 баллов. То есть, по факту, имея там, 4 заказчиков компании не самого большого размера, вы уже станете серебряным партнером и из года в год, продлевая эти же лицензии, свой статус можете подтверждать. Так что тут в этом отношении каких-то прям сложностей с входом в партнерскую программу нет. Особенно по сравнению с многими другими западными, европейскими, американскими вендорами, где бывает, что нужно вообще заплатить напрямую денег вендору, чтобы вступить в партнерскую программу. Здесь в этом плане все лояльнее. Конечно, да, чтобы стать золотым, платиновым, тем более титановым партнером, то таргет уже выше. Но чтобы получить базовый статус, бронзовый или серебряный, в принципе, каких-то больших проблем с этим нет, если действительно работать с этим направлением регулярно и хотя бы несколько клиентов иметь. Статус повышается мгновенно в случае достижения таргета и сохраняется весь следующий год календарный. То есть, ну, например, если вы сейчас становитесь серебряным, то это до конца года и на весь 25-й год. Если там, в январе вы повышаете свой статус, то, опять же, на весь 25-й год и получается, что на весь 26-й. Да, единственное, есть ограничение, недавно введенное вендором, в том плане, что партнер даже, который свой статус получил и, допустим, на одних и тех же ключах хочет его из года в год продлевать, все равно вендор требует, чтобы в течение первого полугодия были набраны 500 баллов. Такое вот совсем небольшое условное число, но тут желание производителя, чтобы партнерская сеть развивалась, чтобы даже там партнеры с какими-то крупными текущими клиентами не останавливались на этом, не почивали на лару в каком-то смысле, но и хоть какие-то минимальные проекты в течение года, в течение первого полугодия совершали и доказывали, что они активно вовлечены в партнерскую программу 3CX и продолжают развивать свою клиентскую базу. Ну, то есть, да, если там какой-то партнер, допустим, с одной супер большой лицензией там, на 512 одновременных вызовов каждый год ее в октябре продлевает, ну, все равно, да, вендор попросит, потребует, чтобы были еще какие-то клиенты, кроме, там, допустим, одного крупного. Ну, вот такие небольшие ограничения в партнерской программе. И тоже, да, важный момент, если у вас есть какой-то крупный проект, вы понимаете, что после его реализации, допустим, сразу станете золотым, допустимо, и мы можем согласовать для вас эту скидку авансом, чтобы вы уже первую продажу могли также совершить по повышенной скидке. Это тоже можно. Как, собственно, в партнерскую программу вступить? Зарегистрироваться по ссылке на нашем сайте. Мы сделали понятную, простую форму на русском языке. Немного по форме, отличающейся от той, которая есть на сайте вендора, ну, просто чтобы было удобнее. Так что нужно там ответить на порядка 15 вопросов про ваш бизнес, оставить контакты, ну и согласиться с условиями партнерской политики. После этого, после регистрации, после переноса ваших данных в систему вендора, производитель обычно по телефону звонит новым партнерам, хочет познакомиться, пообщаться. Это делают русскоязычные сотрудники компании 3CX обычно на там, первый, второй рабочий день. Поэтому, кстати, важно оставлять при регистрации настоящий номер телефона. Почему-то часто бывает проблема, что партнер регистрируется, указывает какой-то там либо совсем левый номер телефона, либо одни единички, почему-то не хочет, чтобы
ему звонили, и такие заявки не одобряются. Ну, логика вендора здесь понятная. Если они не могут дозвониться партнеру, то значит и конечный заказчик не сможет, потенциальный клиент, дозвониться партнеру. Зачем вообще это нужно? Ну и как мы можем работать с партнером, который не может указать свой настоящий номер телефона? Тут логика такая. Есть дополнительные ограничения, да, о котором я еще не говорил. Сейчас 3CX отсутствуют какие-то учебные статусы, статусы новых партнеров или так далее, сразу после регистрации, в течение 7 дней, ну, или 5 рабочих дней, кому как больше нравится, необходимо закрыть таргет бронзового партнера, то есть закупить лицензии на 1000 баллов. Тут могут быть сценарии разные. Это может быть либо реализация вашего первого проекта, допустим, лицензия на Professional 32SC, либо можно купить одну или несколько лицензий на сток и потом в будущем их перепродать уже с вашей, ну, с вашей маржой, естественно, вашим будущим клиентам. Логика вендора здесь в том, что партнер должен доказать свою действительно заинтересованность, что он не просто так регистрируется, не случайно, и что готов проинвестировать, ну, на самом деле, откровенно говоря, в рамках бизнеса небольшие средства в развитие этого направления. Раньше, когда этого требования не было, действительно, в России десятки по всему миру, сотни, даже тысячи компаний регистрировались как партнеры, потом не выходили на связь, ничего не делали, ну, и просто получалась такая условно бесполезная работа по одобрению партнеров, которые в итоге куда-то пропадают. Вот вендор решил это пресечь, поэтому такие минимальные требования выдвинул. Ну, опять же, да, может быть, это не совсем характерно для российских или китайских производителей различных решений. Но, опять же, если сравнивать с американскими, вообще западными решениями, часто можно встретить требование, что нужно просто заплатить денег производителю за то, чтобы вступить в партнерскую программу. Часто это завуалировано как платное прохождение обучения или платное прохождение сертификации. 3CX такого нет. К счастью, и не будет. И даже вот эти там первоначальные инвестиции не просто так платятся вендору, а за конкретные лицензии, которые можно потом в любой момент перепродать. Ну и да, естественно, лицензии активируются не с момента закупки, а с момента активации на сервере заказчика. Так что это можно сделать и через месяц, и через два, и через три. Здесь ничего не потеряется в этом отношении. Но можно поступить и по-другому. То есть понятно, что как бы в идеальном мире партнеру надо зарегистрироваться, взять несколько лицензий на сток, сразу получить доступ к своему партнерскому аккаунту, тестовым ключам, ко всем материалам и так далее, и уже реализовать первый проект. Можно сделать по-другому, да. Поскольку мы первые в любом случае общаемся с вами как с партнером, проводим какой-то пресейл до того, как подключается вендор, ну, по крайней мере, чаще всего так происходит, то вот после регистрации по нашей ссылке можно просто затормозить процесс передачи ваших данных вендору, чтобы вот эти 7 дней не начинали сразу капать. Мы вместе можем проработать ваш первый проект, и уже когда вы будете готовы и выйдете на закупку, передать данные вендору, сразу же провести закупку вашего первого проекта, и в итоге все автоматически сойдется, так что проблем никаких не будет. Ну, в общем, резюмируя, общая мораль такая, что сейчас в партнерской программе 3CX нет никаких учебных статусов, каких-то грейс-периодов там, для развития партнера. После регистрации, после официального включения в партнерскую программу нужно сразу стать бронзовым. Ну, вот такая идея от вендора. Поэтому просим в любом случае регистрироваться по нашей ссылке. Обычно передаем на утверждение вендору вашу анкету, ваше резюме только в случае готовности к закупке. Если по тем или иным причинам вендор отклоняет заявку, или там вы не подходите по критериям, или еще какие-то другие причины, или сами в итоге решили, что не хотите, или, допустим, у вас первая закупка там меньше 1000 баллов, а других клиентов, в принципе, не предвидится, и вы вообще зарегистрировались, чтобы сделать одну продажу. Да, допустимо и можно работать без ID вендора, то есть без официальной регистрации в партнерской программе вендора. В этом случае мы от себя согласуем и сохраняем все равно скидку бронзового партнера 15%. И в таком случае готовы индивидуально помогать партнерам с пресейлом. Ну, в том числе в исключительных случаях можно помочь тестовыми ключами. Есть возможности. Повторюсь, по обычной партнерской программе подразумевается, что тестовые ключи может генерировать для своих заказчиков только зарегистрированный партнер. Чтобы стать зарегистрированным партнером, нужно пройти процедуру всю по форме и собеседование с вендором по телефону и закупить лицензии на 1000 баллов. Если этот процесс как бы, да, развернуть в обратную сторону, то получается, что тестовые ключи, такие партнеры, которые не могут это все пройти, не могут сгенерировать, но, соответственно, без тестовых ключей сложно провести пресейл с вашими заказчиками. Мы этот порочный круг разрываем, да, и готовы индивидуально подойти к решению ваших запросов, помочь, если такие сложности будут. Часто бывает, что... Ну, как часто? Относительно часто, несколько раз в год, что приходит партнер, который по той или иной причине хочет один раз закупить лицензию, либо какое-то продление, либо у него, в принципе, один маленький клиент, либо в составе комплексного
принял решение, какая-то закупка, где там 2 миллиарда телефонов и еще какая-нибудь маленькая лицензия, что даже думать об этом не хочет. И говорит, просто, пожалуйста, продайте и отстаньте. Можно, да, мы тоже готовы пойти навстречу с минимальной скидкой 10%, просто вот не задавая лишних вопросов, не проходя никаких регистраций, отгрузить какую-то разовую лицензию. Конечно, ну, договор лицензионный надо будет заключить в любом случае по законам Российской Федерации, но теоретически с минимальной вашей маржой это тоже возможно. Можно ли на первый проект сразу получить скидку больше 15%? Да, у нас есть форма регистрации проекта, не партнера, а именно проекта. То есть, заполнив две формы, и регистрацию нового партнера, и сразу регистрацию проекта, вы получите дополнительный бонус в цене. Как я говорил, на крупные проекты, примерно от 64 одновременных вызовов, авансом мы можем давать скидки выше, если этот проект так или иначе в любом случае поможет вам достичь более высоких статусов. И при покупке ключа на несколько лет, да. От вендора, опять же, отсутствует официальная скидка на такие вещи, но мы от себя можем согласовать дополнительную помощь, потому что, ну, понятно, что эти истории интересные, и обычно там цена тоже выходит достаточно большая, и мы готовы в этом плане помочь, тем более, если заказчик там берет, допустим, не на 2 или 3 года, а сразу на 5, 7, 10 и так далее. Резюмируя несколько предыдущих слайдов, с чего, в принципе, начинается работа с 3CX, познакомиться с представителем 3CX, пройти телефонное собеседование, то, как это вот прописано по партнерской программе после заполнения анкеты. Обязательно нужно установить NFR-ключи, показать, что вообще интересен продукт, что вы сами его тестируете, пробуете, ну, потому что понятно, что партнер, который регистрируется, обещает привести там заказчиков и хочет работать с 3CX, но не готов даже у себя в компании установить лицензию, вообще посмотреть, как оно выглядит, вызывает подозрение. Поэтому NFR-ключи в любом случае надо активировать. Пройти сертификацию. Это, кстати, можно сделать заранее, даже не регистрируясь как партнер, а зарегистрировавшись просто как аккаунт пользователя на сайте 3CX.ru. Есть два уровня сертификации, базовая и продвинутая. Это не так много времени занимает, поэтому настоятельно всем рекомендуем это сделать. Изучить материал на партнерском портале. Там огромное количество действительно и технической информации, и маркетинговой, всевозможные гайды, презентации на разных языках, в том числе на русском. Есть большое количество материалов открытых, в первую очередь технических, на сайте 3CX.ru, в разделе поддержки, и видео, и текстовых, но закрытый материал для партнеров, они именно в партнерском портале. Договор с нами, конечно, заключить надо, определиться с прайсом на услуги и поддержку, потому что, ну, понятно, что заказчикам вы должны предлагать не только лицензии, но и комплекс мероприятий, и реализовать свой первый проект, и получать удовольствие и удовлетворение от работы с этим вендором. Пара моментов, на которые вендор обращает внимание, и при регистрации в партнерском соглашении вы тоже ставите галочку, что согласны с этим, но, думаю, будет не лишним напомнить. Во-первых, 3CX против длинных цепочек поставки считает, что с заказчиками должны работать сертифицированные интеграторы напрямую. То есть вся цепочка представляет из себя вендора, далее мы как дистрибутор, вы как сертифицированный профессиональный интегратор и заказчик. Бывают прецеденты, случаи, когда через несколько, через 5-6 рук передается лицензия какого-нибудь сабдистрибутора интегратору, те своему представительству в каком-нибудь регионе, те каким-нибудь монтажникам, которые делают непосредственно проект. В итоге никто ничего не понимает, заказчик получает ключ и не получает профессиональной консультации, где вообще взять дистрибутив, как установить, на какой сервер можно установить 3CX, как устанавливать там под Windows, а как под Linux, а как на облачном сервере и так далее, как сделать профессиональные интеграции. Этот монтажник начинает задавать вопросы обратно по цепочке, это все усложняет всем работу, в итоге все недовольны, так еще и маржа попилилась по всем участникам, в итоге все заработали 3%, а заказчик недоволен, что не может получить помощь. Ну вот мы и вендор против такого. Считаем, что действительно с заказчиком должны напрямую работать профессиональные партнеры и, ну, и банально больше зарабатывать на этом, чтобы все были счастливы. Ну и, конечно, да, мы и вендор призываем не продавать лицензии ниже рекомендованных розничных цен, не демпинговать, не урезать свою собственную маржу в первую очередь и успешно и счастливо работать с этим продуктом, получая в том числе и финансовую отдачу для себя. Сейчас в России более 3000 коммерческих клиентов, те, кто купили 3CX и регулярно продлевают лицензии. Также сотни, ну, не тысячи, к сожалению, но сотни заказчиков, если взять другие страны, нашего присутствия Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Самый крупный проект, который был в России, это 512 одновременных вызовов. Надеюсь, что вы станете тем первым партнером, который реализует проект на 1024 одновременных вызова, что максимальная емкость лицензии 3CX. У нас есть кейсы и сравнения с Астериском, Панасоником, виртуальными АТС, другими решениями, ушедшими с российского рынка.
Ну и с Ясстар, конечно, здесь. Ну, это не секрет. Наша компания, в принципе, предлагает несколько решений, в том числе и Ясстар. И мы являемся первым дистрибутором Ясстар в России и лидером по продажам Ясстар в СНГ. Но в мировом масштабе 3CX считается главным конкурентом Ясстар. Ясстар считается главным конкурентом 3CX. А мы радуемся, что в свое время сделали правильный выбор и, по сути, сотрудничаем с двумя топовыми решениями в мировом масштабе. Несколько логотипов наших клиентов. Их, конечно, больше, но подобрали несколько красивых. Люблю звонить в колл-центр компаний, которые у себя используют 3CX. Часто они даже не меняют фирменную мелодию 3CX. Она, ну, для меня, как человека, который работает с этим вендором больше 5 лет, она уже узнаваема с первых нот. Если вы работаете с 3CX, я думаю, тоже можете эту мелодию слышать, часто и узнавать. Ну, приятно, когда звонишь в компанию, понимаешь, на каком конкретно софте работает их колл-центр, и достаточно часто такое происходит. Частый вопрос от партнеров, особенно от новых: как писать ТЗ по 3CX? Ну, на самом деле, готовых типовых ТЗ по 3CX нет, и наши топовые партнеры делают ТЗ индивидуально под каждого заказчика, особенно что касается интеграции, каких-то кастомизированных возможностей. Они практически всегда в проектах что-то доделывают. Ну, не в том плане, в самом продукте, конечно, он цельный и готовый, именно в плане каких-то интеграций, дополнительных модулей, связки, например, там, с Битриксом, с 1С и вообще в каких-то сторонних продуктах. Так что это все индивидуально, но некоторые примеры у нас есть, готовы предоставить. Общие рекомендации по отстройке конкурентов указывать в любом случае до 10 тысяч добавочных номеров, потому что, как я говорил, даже в самой маленькой лицензии можно прописать до 10 тысяч абонентов. И встроенный модуль видеоконференции, вебинаров до 250 участников также есть в любой лицензии. То есть даже если лицензия на 4 СИПовых звонка самая маленькая, в ВКС все равно смогут принять участие в вебинаре до 250 человек. Несколько дополнительных преимуществ хочу сакцентировать внимание, рассказать. В мировом масштабе 3CX сотрудничает со всеми топовыми производителями IP-телефонов, но самый такой, наиболее рекомендованный, самый любимый — это Funwheel. Мы также являемся дистрибутором Funwheel в России и любим проекты, где софт от 3CX вместе с оборудованием от Funwheel представлен, предоставляем дополнительные скидки, всевозможные подарки, особенно в отельных проектах, как раз потому что у Funwheel есть профессиональная линейка телефонов для гостиниц. 3CX за счет дополнительных модулей, уже включенных в коробку, и возможность интеграции с отельными ПМС тоже прекрасно подходит к работе в гостиницах. Таких проектов у нас уже были десятки. Насколько я помню, самый большой подарок от вендора, который в честь такого проекта был сделан, был $420, если не ошибаюсь. Ну, какой-то такой порядок. В общем, подарки давать мы тоже любим, и вендоры любят. Да, денежные призы за историю успеха периодически представляют те или иные вендоры, проводят конкурсы, это все тоже предусмотрено. Возможно, компенсация маркетинговых активностей, если вы хотите что-то провести, или там в диджитале, или офлайн. Это все возможно. Надо согласовать с нами предварительно. Подробно расскажу про условия. Я рассказывал несколько раз, повторял, да, что 3CX — это европейский вендор. Действительно, штаб-квартира находится на Кипре, но не существует никаких ограничений по работе в России. Вот 3CX, мы официально работаем с 3CX как с юрлицом из Объединенных Арабских Эмиратов, и основатель, и создатель, и генеральный директор 3CX на данный момент приезжал в том числе и в Россию позапрошлым летом, чтобы показать даже личным примером, что компания с российского рынка уходить не собирается. Преимущество софта, еще раз повторю, что это, по сути, бесконечный сток со сроком поставки один день, то есть никакой логистики, никакой физического перемещения тяжелых коробок и так далее, ограничений, связанных там с проблемами с международными поставками и так далее. Софт в этом плане простой и удобный продукт, который можно отгрузить заказчику в течение одного рабочего дня. Несколько раз уже, да, кичился тем, что в 3CX отсутствуют какие-то дополнительные платные модули, в том числе на апгрейд лицензии, на расширение также не существует каких-то дополнительных переплат. В некоторых других платформах, не буду называть поименно, в случае, если заказчик хочет расширить лицензию до более высокой, нужно, по сути, купить новую лицензию за полную стоимость. Нет, в 3CX математически считается просто разница в цене между меньшей и большей и с учетом оставшегося периода работы лицензии. То есть, если остался, например, месяц из года, то, понятно, не нужно 11 месяцев прошлое оплачивать за апгрейд. И это, кстати, удобно в том плане, что, как я говорил, вендор просит набрать 1000 баллов сразу после регистрации. Часто это реализуется с помощью закупок лицензий на сток. Ну и партнеры спрашивают, а как? Ну вот купим мы там 5 лицензий на 4 одновременных вызова, а если заказчику нужно будет 8? Без проблем. Эта лицензия на 4 одновременных вызова легко апгрейдится до
восьмерки без каких-то дополнительных переплат, и заказчик может получить именно то, что ему будет нужно. Ну и да, регулярные обновления софта происходят. Это все включено, естественно, бесплатно в стоимость лицензий. Вот сейчас мы как раз живем в такой в момент перехода с 18-й версии на 20-ю. 3CX – такая веха в развитии продукта. В связи с этим проводятся новые обучающие курсы. Обновились сертификации партнеров, и партнеры сейчас заново проходят сертификации именно по 20-й версии. Так что в ближайшее время 3CX станет еще лучше, еще интереснее, с еще большим количеством возможностей. Повторюсь еще про триальные лицензии. Я это вскользь рассказывал, но зафиксирую, что любой пользователь может на 60 календарных дней скачать тестовый ключ. Любой партнер сертифицированный может расширить тестовый ключ для своих заказчиков в пределах этих 60 дней. Ну и, по сути, да, получается, что официально генерировать полноценные триальные ключи могут только зарегистрированные партнеры 3CX. Как сказал, в индивидуальном порядке теоретически этот вопрос решить можно, если возникнут какие-то особые сложности, но лучше делать все вот по науке, по официальной схеме. Очень часто спрашивают, зачем вообще нужно регистрироваться, и параллельно с этим возникает вопрос, окей, ну вот мы зарегистрировались, но зачем нужно АТС заказчика привязывать к нашему партнеру ID? То есть у клиента в настройках АТС в админке есть поле, куда вводится шестизначный ключ партнера, чтобы привязать лицензию к партнерскому ID. Соответственно, я у себя в дистрибуторском портале вижу информацию о вас, как о партнерах, тех партнеров, которые указали нас в качестве дистрибуторов. Вы у себя в вашем партнерском портале видите всех ваших клиентов. Ну, если этого не сделать, то может быть много ограничений. То есть продление таких ключей не запрещено. Это не уменьшает скидку, которую вы получаете за продление таких ключей. Но могут возникнуть проблемы. Во-первых, в будущем вендор теоретически думает над тем, чтобы запретить, в принципе, продление таких ключей, чтобы не было каких-то клиентов, подвешенных в воздухе, не привязанных ни к одному из партнеров. Вы не получаете уведомления об ее окончании, не видите в своем портале этих клиентов, что тоже неудобно, и в любой момент этот клиент может уйти от вас к другому партнеру. В том числе такое распределение может произойти автоматически, если, например, клиент обратится там, напрямую к вендору или к нам за помощью. Ну, то есть понятно, что куда-то его нужно передать, чтобы он получил поддержку. По таким ключам нельзя получить техническую поддержку. Срок решения вопросов, например, там, с апгрейдами ключей или с даунгрейдом, или, в принципе, получение хоть какой-то там информации увеличивается, потому что я этих ключей тоже не вижу у себя в партнерском портале, наша техническая поддержка их не видит и так далее, и не гарантируется начисление баллов в партнерской программе по таким ключам. Мы, конечно, эту информацию из раза в раз копируем, транслируем партнерам, но решил, что в режиме вебинара тоже будет не лишним проговорить, потому что вопрос этот возникает часто. Всем спасибо. Приходите еще, ставьте лайки, пишите ваши вопросы. Регистрируйтесь в партнерской программе 3CX. До свидания.